Коммунальные службы продолжают устранять последствия ледяного дождя. Минувшие ночи подрядные организации обработали противогололедными материалами более 250 километров дорог в городском округе Люберцы. Особое внимание уделили проезжей части и в первую очередь на опасных участках, перекрестках и подъездах к остановкам общественного транспорта. Противогололедными материалами также обработано более 70 километров тротуаров и пешеходных дорожек. Тем временем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории московского региона будет идти мокрый снег. Ветер усилится. На дорогах местами возможно гололедица.